Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Как можно предотвратить потоп, если он уже начался? На самом деле, очень легко и просто, если у вас дома на хозяйственной полочке будет вот такая лента FlexTape. Она может заклеить любое отверстие любого диаметра. Достаточно просто снять защитную пленку, и все, потоп будет устранен в считанные секунды. А главное, не нужно приглашать мастера. То есть, казалось бы, стремительные потоки воды, их ничто не остановит, но... Только не наша лента FlexTape. Просто берем небольшой кусочек, отрезаем, снимаем защитный слой и все, за несколько секунд устраняем любую протечку. Да, мы сегодня получаем с вами каучуковую ленту FlexTape с прорезиненной водонепроницаемой основой. У нас ширина 10 сантиметров, длина 152, есть два цвета, белая или черная, поэтому забирайте сразу два цвета, чтобы можно было быстро и легко устранить любое протекание. Вот, например, черная, посмотрите, очень красивая, есть и белая. А вот ваши порывы, которые где-то да. У вас, трубы, которые у вас уже получили течь. Мы что уже подготовили будем? Вот такой стенд, который изображает возможный потоп в вашей квартире. Посмотри, как стремительно в три струи убегает вода, И вот так вот Елена своими женскими нежными руками устранила протечку, с которой не каждый слесарь смог бы справиться. Да, тем более, смотрите, вода уже лилась, а я сразу залепила, и все, и у нас все прошло. Итак, подготовили напор побольше, посмотри, какая струя. Ну, здесь надо просто вызывать аварийную бригаду из нескольких человек, но нет. Наша лента FlexTape справляется с такой проблемой за несколько секунд. Посмотрите, как быстро и легко был большой такой порыв, и все у нас заклеилось. Внимание, белый цвет нашей ленты заканчивается, поэтому дозванивайтесь прямо сейчас. Так, подождите, еще у нас вот есть еще один, сложнее, да? Вот такой бывает прорыв, делали ремонт, и вдруг неожиданно болгаркой сделали пропил в водопроводе. Что делать? Неужели обращаться к сварщику? Да нет. Лента FlexTape, которая лежит на любой хозяйственной полке в вашем доме. Мы просто достаем, отрезаем необходимый кусочек, и все, протечка устранена. Причем это все за считанные секунды. Ничего сложного. Просто берем необходимый кусочек ленты, отрезаем обычными ножницами, снимаем защитный слой и устраняем протечку в считанные секунды. Ничего сложного нет. Главное, что не нужно вызывать аварийную бригаду. Не нужно дожидаться, когда придет слесарь, да, отпрашиваться с работы или портить свои выходные ожидания мастера. То есть мы просто заклеиваем и наслаждаемся свободным временем. Смотрите, что произошло у моего соседа. У него на кухне стояла раковина, и там есть такое специальное устройство, оно называется у нас как? Называется, скажи. Ну, вот сифон, внизу сифон это называется. Вот да. Он треснул, и он капал прямо мне на кухню, да. Через потолок. Когда моешь посуду, то обычно не замечаешь, что там внизу пошла протечка. Вот, соседи быстрее это заметят. И что мы сделали вместе с соседом? Мы просто взяли и заклеили этот порыв и спокойно устранили. Давай посмотрим, как эта вода может убегать, если там образовалась трещина. Вот так вот стремительно она убегает. Так, в одно движение. Посмотрите, Елена просто взяла небольшой кусочек белого цвета, то есть под цвет сифона. Все, одно движение и заклеила. Посмотрите, вода не капает, то есть вы устраняете проток, вы устраняете течь, вы налаживаете свой дом от таких вот утеканий воды. И потом спокойно можете уже поменять, сходить в магазин, когда вам будет удобно. То есть это скорая помощь ремонта в вашем доме, каучуковая лента FlexTape. Уникальность нашей ленты в том, что она может заклеивать мокрые поверхности. И не просто мокрые поверхности. Я сейчас покажу, как с помощью нашей ленты можно клеить изнутри емкости, то есть наша лента клеит прямо в воде. Все это благодаря тому, что на нее нанесен уникальный клеящий слой. Сама она изготовлена с применением каучука. Таким образом, она может противостоять ультрафиолету и работать в большом диапазоне температур. Смотрите. То есть таким образом мы можем в любом месте устранять трещины, отверстия, да, заклеивать резиновые изделия. Например, летом надувные матрасы, порвался лодка надувная, можем все это заклеить. Можем клеить по металлу, то есть железо, алюминий. Нет того материала, с которым бы не справилась наша лента. Все это благодаря тому, что она имеет уникальный клеящий слой, который может клеить прямо в воде. Пользоваться очень просто. Вот смотрите, один квадратный сантиметр выдерживает 50 килограмм давления. То есть если даже большой напор, лента справится. Даже если мы имеем повреждение, например,
трубы проводит, даже если там горячая вода. А наша лента может выдерживать до 100 градусов. То есть таким образом мы даже можем отремонтировать водопровод с горячей водой. Да, вот посмотри, допустим, вдруг стремительно вот так вот вода вырывается из нашей трубы. Но здесь только, казалось бы, аварийная бригада может справиться, или профессиональные средства. Или наша каучуковая лента. Елена, хрупкими, нежными, женскими руками за считанные секунды, я даже не успел досчитать до 10. Все, протечка устранена. Причем эта протечка теперь может оставаться без присмотра долгие годы, потому что наша лента сохранит свои качества много-много лет благодаря своим уникальным качествам. В ее основе натуральный каучук, крепкий клеящий слой, который выдерживает 50 килограммов нагрузки на 1 квадратный сантиметр. Да, давай вот еще посмотрим одно аварийное отверстие, которое мы заранее подготовили. Посмотри, какое оно большое. Посмотри, какой стремительный поток в единицу времени вытекает. Сразу несколько литров за одну минуту вытекает. Но всего лишь вот раз, такой два, три, четыре, пять. Все. Нашей фиксирующей ленты заклеивает эту колбу за считанные секунды. Никакой пайки, не нужно использовать никакой инструмент. Не надо бежать вниз в подвал, чтобы перекрывать стояк для того, чтобы устранить протечку. Просто флекстейп лента у нас стоит на полке в нашем доме, мы всегда, гардеробе. Всегда защищены. И смотрите, неважно, какой свет вам достается, абсолютно неважно, самое какой главное успеть дозвониться и обеспечить сохранность вашему дому. Никаких больше у нас аварий, потому что с нами есть уникальное произведение. Это каучуковая лента. Скажи, а вот проводку можно залепить? Вот электропроводность, как это происходит? Кстати, если вдруг мы увидели, что наш кабель где-либо поврежден, мы тоже можем использовать эту ленту, чтобы добавить изоляции нашим проводам, потому что она не имеет электропроводности. Это очень хороший изолятор, потому что внутри в основе лежит натуральный каучук. Таким образом, наша лента пригодна как для устранения протечек, так и является хорошим изолятором, например, для проводов. Вот смотрите, обычно мы даже боимся оставлять детей дома одних. Я вот, например, как мама боюсь. Мало ли, вдруг они не справятся и будет вот такая авария. Теперь для твоих детей нет проблем, да, если вдруг даже они увидят, что где-то протечка, они не будут тебе звонить. Они просто возьмут эту ленту и сами устранят протечку, а потом тебе скажут вечером: мама, а мы справились с аварией, и при этом нам не понадобился сантехник. Вот то есть смотрите, устранили катастрофу на месте. Вот действительно, самая популярная лента продаж во всем мире. Сегодня наш телеканал нашел ее специально для нашего эфира. Успейте дозвониться. Наша лента может клеить любые материалы. Да, мы можем заклеить резину, дерево, стекло, металл, кафель. Плюс ко всему, мы можем устранять протечки любого размера, причем при любой температуре, до минус 40 градусов. Мы можем заклеивать водопровод с горячей водой. Плюс ко всему, наша лента выдерживает 50 килограммов на 1 квадратный сантиметр нагрузки. Таким образом, даже трубы под давлением поддаются нашему ремонту своими руками. Ну и плюс ко всему, наша лента не имеет электрической проводимости, то есть ее можно использовать в качестве дополнительной изоляции. То есть своими руками заклеим металлические поверхности, деревянные, стеклянные. То есть нет того материала, с которым бы не справилась наша лента. И эта лента работает долгие-долгие годы. Звоните нам прямо сейчас.